являюсь экспертом компании Pult.ru. Меня зовут Евгений Ермолаев. И сейчас вам расскажу о напольной акустической системе Magnat Vector 205. Компания Magnat, известный немецкий производитель, отличается динамичным и молодежным звучанием и популярна не только в Германии, но и по всему миру благодаря высокому качеству изготовления, а также весьма доступной цене. Рассмотрим акустику поподробнее. Акустическая система представляет из себя напольную колонку с конфигурацией 2,5 полосы. За средний и низкочастотный диапазон отвечает 170-мм верхний динамик, за высокие частоты купольный 25-мм твиттер и за только низкие частоты еще один такой же 170-мм динамик. Цвет акустической системы черный. Интересный момент в том, что гриль здесь немножко нестандартный. Он представляет из себя плотную металлическую сетку. С одной стороны, это хорошо, то что динамики гораздо лучше защищены, чем при классической радиоткани. В другом случае может появиться некоторая окраска на высоких частотах, так называемое подзванивание. Основание акустической системы представляет из себя небольшую такую площадку, очень интересную. Если посмотрим на заднюю панель акустической системы, здесь всего по два. Два порта фазоинвертера, соответственно, мы акустическую систему не ставим близко к стене, ближе, чем на 20-30 сантиметров. А также два комплекта разъемов, которые позволяют как использовать биваринг, так и биампинг для этой акустической системы. Система известного немецкого производителя отличается динамичным и интересным звучанием. Акустическую систему вы можете приобрести в нашем интернет-магазине pult.ru.